Здравствуйте, меня зовут Мария Сташенко, я основатель лаборатории Wonderful и директор Центра дизайн-мышления в Москве. Я люблю и занимаюсь этим методом уже 17 лет. Я очень рада, что сейчас в Москве нам удалось открыть некоммерческий проект. Автономную некоммерческую организацию развития гуманитарных наук, так сложно и долго мы называемся, Центр дизайн-мышления. Это точка в сети практиков дизайн-мышления по всему миру. И мы будем очень рады представлять в России тот опыт, который развивается за рубежом в применении метода. Для компаний, для людей, для развития дизайн-мышления у детей. Дизайн-мышление – это не метод, который начинается вот здесь и заканчивается вот здесь. Это философия проектирования. Или подход к деятельности, который помогает принести чуть больше смысла в то, что мы делаем. Мы будем делать большие события, такие как Design Thinking Camp. Сейчас бэкстейдж этой съемки – это пространство Центра цифрового лидерства SAP. И здесь проходит второе глобальное событие – глобальный слет дизайн-мыслителей со всего мира в 2018 году. Сегодня третий день мероприятия, 3 августа, последний день. Здесь собрались эксперты из 8 стран для того, чтобы поделиться своим опытом и экспертизой. Design Thinking Camp и лагерь дизайн-мыслителей будут развиваться и в следующие годы также. Это чисто некоммерческий проект, который помогает собирать абсолютное большинство людей с самым разным достатком, компаний, которые чувствуют свою близость к этой методике и хотят поделиться своей экспертизой для того, чтобы развивать дизайн-мышление вместе.